Мотоцикл XR 300 Enduro. Мотоцикл XR 300 Enduro – полноразмерный кросс-эндуро мотоцикл на колесах 21-18 двойного назначения для асфальта и бездорожья. Наличие ПТС дает возможность легально передвигаться по городу и дорогам общего пользования. Внедорожные качества позволяют без усилий преодолевать грязь и труднопроходимые места. Техника оснащена обновленным двигателем 175 FMM, бензиновый с воздушно-масляным охлаждением, его рабочий объем 300 кубов, мощность 25 лошадиных сил. Коробка передач механическая, пятиступенчатая. Установлен балансирный вал, с которым вибрации практически не будут ощущаться. Система запуска мотоцикла не оставляет места сомнениям в его надежности. Кикстартер и электростартер гарантируют пуск в любых условиях. Гидравлические дисковые тормоза на переднем и заднем колесе обеспечивают максимальную безопасность и контроль над движением. Система подачи топлива на основе карбюратора Keihin PE34 обеспечивает эффективное сгорание топлива при любых режимах эксплуатации. Колеса спецованные, размер заднего колеса 18 дюймов, переднего 21 дюйм. Эргономика и управляемость — еще одна важная составляющая успеха на трассе. XR 300 Enduro обладает передней телескопической вилкой перевернутого типа, а задняя подвеска осуществляется моноамортизатором. Это гарантирует идеальное сцепление с дорогой и комфорт во время прохождения самых сложных участков маршрута. Тихий выхлоп не доставит вам дискомфорта в городе и на дальних расстояниях. Дополнительные характеристики, такие как фары для освещения дороги в условиях недостаточной видимости, а также наличие ПТС, подчеркивают превосходство этого мотоцикла на рынке. Скромный расход топлива, который почти не зависит от того, с какой скоростью едет мотоцикл и на каких оборотах работает двигатель. Техника прекрасно подойдет для любителей путешествовать и выезжать за пределы дорог общего пользования.